На фотографии мой прадедушка Суглицкий Дмитрий Михайлович, в прошлом учитель русского языка и литературы. Может быть, отчасти он как-то и повлиял на выбор моей специальности. А во времена Великой Отечественной войны был ефрейтор и служил, охранял железную дорогу. К сожалению, к моему огромному, я его не застала, я родилась через 10 лет после его смерти. И о многом я узнаю из рассказов о моей бабушке и всегда очень горжусь им. Вернулся домой в 1946 году, потому что после этого он был направлен в Маньчжурию. И даже несмотря на все тягости и полученные какие-то травмы, он продолжил работать в школе, потому что понимал, что послевоенное время не менее тяжелое, чем во времена боевых действий. Для меня мой прадедушка, даже если мы никогда с ним и не были знакомы, для меня это была большая всегда традиция, это бессмертный полк. На протяжении 5, наверное, лет 5 подряд я всегда ходила, чтобы он чувствовал, возможно, какое-то всегда присутствие. И я считаю, что люди всегда живы, когда о них помнят, даже если мы никогда с ними были не знакомы. И я очень горжусь тем, его, наверное, та любовь к жизни, та храбрость, те подвиги, все равно, на которые он пошел, и все равно смог найти в себе силы и продолжил отдавать свои знания.